Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марины Стик. Сегодня 11 июня 2021 года. И у нашей Симоны сегодня день рождения. Симочке исполнилось 2 годика. И мы всех угощаем творожком деревенским обезжиренным с кефирчиком и с перепелиными яйцами. Поставили специально 2 блюда, чтобы хватило всех. Всем чего-то тут не подбежать. Так. Все равно идут драки, значит, кому-то, малышам, наверное, будем давать добавки, иначе даже 2 блюда не хватает для того, чтобы не подрались наши питомцы. Кто-то где-то бегает, кто-то ушами хлопает, а кто-то уже тут кушает. Ну, я надеюсь, всем малышам достанется. Может быть, не совсем поровну, но кому-то дадим добавки. Всем вкусно, вкусно. Ой, Вика. Вика самая жадная. Вика не драться. Вика, иди сюда. Вика. Ну, главная именинница кушает. Всех остальных мы творожком часто угощаем, особенно малышей. Сейчас взрослые навалились на творожок. Детям даже подойти не дают. Косят врагом, не интересуются. Мило. Маргошка влезла рядом с Симой. Кто примчался? Пряня, скорей! Еще не все подбежали. Еще кто-то дома. Мася дома, Тася дома. А кто-то уже ушел гулять, а кто-то не хочет кушать. Да. Малыши у нас уже заелись этим творожочком, уже и кушать его не хотят. Да, скажи, и кает, и моська в творожке. Кардинальчик такой, а не могу, говорит, я больше. Одно блюдо поменьше опустошили, а на второе сил не хватило. Вот сейчас все, кто тогда не успел, доедят из большого блюда. Потому что творожка очень много. Я знаю, что будет дележка, поэтому всегда делаю с запасом. Кто такой тот сидит на ступеньках? Моська в творожке. Моська в творожке. И даже глаз покормили, да? Ой, Масик идет. Иди, Масик, там творожок дают. Иди. Да, Масик у нас размером с кардинала идет кушать. Тима Сюндер, весь творог съедят без тебя. Чего, говорит, вы там едите творожок? На меня, говорит, чего не позвали? Фу, говорит, не буду. Такое не ем. Ну, молодцы, одно блюдо уже опустошили. Теперь перешли ко второму. Ой, Осип. Ось это пришел. Боря, ты че девчонок гоняешь? Вика, успокойся. Сима сегодня именинница, нельзя ее обижать. Давайте блюдо уберу, а то вы его сейчас раскокаете. Господи. От пустой-то тарелки чего гонять? Здесь, во-первых, еще есть. Вы еще это все не доели. А уже начинается опять грызня. Кому-то что-то не хватает.
Ой, маленькие, скажи, нашли себе местечко. Потому что взрослые жадины, и сейчас они просто все не съедят, им не влезет столько. И они оставят это детям. Так у нас обычно всегда бывает. Сначала крутая дележка с драками, а потом еще остается, и никто не ест. Уже потому что не могут, уже не лезет. Но перед этим надо грозно охранять, драться со всеми. Боречка наелся. Мы с Бориской сегодня ходили за творожком. Специально на день рождения Симоночке свеженький принесли деревенский творожок. Со свежими перепелиными яичками сегодня снесенными. Все для Симочки и ее друзей, которые пришли ее поздравить с днем рождения. Ай, комарики. Ну, молодцы, осталось чуть-чуть. Давайте, доедайте. Вот Симона молодец, лучше всех кушает на свой день рождения. Будет крепкая и здоровая. Чего, Масик, тебе не хватило? Тесса объелась, зачихала. Ну, вот такой дружной компанией. Два блюда творожка умяли. Еще не до конца, еще там доедают, еще подлизывают крошки с ложки. Ну, за 8 минут управились, бедняги. Поели. Потому что приступили они к началу пиршества до того, как я включила видеокамеру. И вот 8 минут отснимали. Пошла 9-я минута видеосъемки. Блюдо у нас пустое. Наконец-то второе блюдо тоже пустое. Вилли его домывает. Скоро и Вилькин день рождения будем праздновать. Да, и князюшки, и кардиналы. У нас прям буквально каждый день будет день рождения и вкусняшки. День рождения и вкусняшки. Князь и кардинал 16 июня, 3 месяца. Правда, у них день рождения 18-го. Ланселот уехал. Ламбада будет праздновать. Люси, Маргошка. Все, Виленьки, пустая мисочка, молодцы, чистенько поели. Умницы. Ай, молодцы, какие собачунки. Ну и, в общем, погода у нас сегодня странная. У нас как бы светит солнце, парит. И при этом периодически какие-то тучки приходят и капает дождик. То есть, ну, непонятно, что у нас сегодня будет на улице, как. Только что моросил дождик, мы с Бориской за творожком ходили. Сейчас уже опять солнышко, и где-то небо уже в тучках. Комарики закусали всех, и нас, и собачек, все чухаемся, ходим. Вот такое какое-то небо у нас. Слева солнце, справа тучки. Непонятно, что сегодня ожидать от этой погоды. Но надеемся, погулять мы успеем в такой праздничный денечек. А с вами, дорогие друзья, прощаемся, но ненадолго. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!